Всем привет, меня зовут Ольга, моего сына зовут Олег, ему 4 года 4 месяца. У нас сегодня мини-отчет в связи с очередным достижением сына. Недавно был сеанс Давида. На следующий же день после этого сеанса ребенок встал на самокат и поехал. Я ему один раз показала, что нужно делать, он встал и поехал. До этого мои попытки показать даже, как пользоваться самокатом, не увенчались успехом, не было понимания в глазах никакого. Вот, сегодня тоже у меня очень радостный день, с утра он выдал мне такое. Взял книжку с буквами, показал на букву А, сказал А, показал на букву Б, сказал Б несколько раз. Это все было не очень четко, конечно, но уже понятно, что это он называет именно эти буквы. Спасибо огромное Давиду. Всем желаю скорейшего излечения от аутизма.